собрались сегодня в этом святом храме для того, чтобы прославить воскресшего Христа Спасителя, для того, чтобы вместе причаститься святых Христовых тайн и для того, чтобы проводить путь всей земли высокопреосвященнейшего Корнилия, митрополита Таллинского и всея Эстонии. Я хотел бы зачитать соболезнования Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Священному Синоду, архипастырем, пастырем, монашествующим мирянам Эстонской Православной Церкви. Для священной владыки, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе! В эти пасхальные дни, когда мы прославляем победителя смерти Христа, закончился земной путь одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия. Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу и людям. Родившись в семье полковника царской армии, будущий владыка прошел нелегкий путь от псаломщика до предстоятеля Эстонской Православной Церкви. За многие годы трудов на Ниве Христовой он неизменно стремился с отчаянием и усердием исполнять все возлагаемые на него священноначалия послушания, старался быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. В далеком 1945 году он принял священный сан и более 70 лет предстоял престолу Божию, вознося молитвы и прошения на всех и на вся. То были нелегкие времена гонений на церковь, когда нужно было иметь не только крепкую веру и решимость свидетельствовать о Христе распятом и воскресшем, но и мужество пострадать за свои религиозные убеждения. Не миновала эта чаша непокойных. Еще будучи священником, он был арестован и отбывал заключение в азовских лагерях. В 1990 году Господь сподобил его принять благодать епископства. Занимая Таллинскую кафедру, владыка немало потрудился во благо Святой Церкви, а посему снискал любовь духовных чад, клира и пасты, признание общественности. Особые его усилия были направлены на утверждение канонического православия в истории, на сохранение людей в лоне Церкви. Выражая соболезнования всем вам в связи с кончиной Преосвященного митрополита Корнилия, возношу молитву Богу об упокоении его души в обителях небесных. Вечная память новопреставленному служителю алтаря Господа. С любовью о Христе воскресшем, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Вперед, впереди гроба. Впереди гроба.
Христос воскресе из мертвых.